Детской площадкой, расположенной во дворе дома номер 8 по улице Совхозной, пользуются маленькие жители нескольких многоэтажек. За последнее время игровой городок обветшал. Малые формы и покрытия износились и требуют замены. С просьбой обновить площадку мамы и папы малышей обратились в профильные ведомства. Мы уже встречали жителей, мы уже предлагали им различные варианты. И сегодня пришли к единому мнению, согласовали уже окончательный проект. И завтра начинаются работы. Жители остались довольны встречей. Детскую площадку на Совхозной поделят на несколько зон. Для самых маленьких и тех, кто постарше. Это позволит ребятам отдыхать комфортно и безопасно. И надеемся, что в ближайшие там, месяц целый. Наши дети уже смогут пользоваться новой площадкой. Ремонт и полная замена малых архитектурных форм займут 3-4 недели. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.